Красота. 11 августа 2020 год, Харьков, 4:57 утра по Киеву. Луна практически в зените. Снимаем все в раскорячку, но зато какая краса. Олег, я специально для тебя с Луны начал. Как тебе больше всего нравится на Луну смотреть из всех объектов? Вот тебе Луна, вот тебе кратер Аристарх. 60 миллионов лет, он даже чуть-чуть старше, чем я. Ладно, поехали, сейчас я, в принципе, чего, с самого сранья выперся, бог знает куда. Видно, что уже светло, да? Но я хотел снять вот этот замечательный объект, который Наташа вчера меня просила на работе поснимать. Марс. Вот, Наташа, пожалуйста, Марс. Смотри, как он рядом с Луной сейчас как раз. В 5 утра его еще видно. Это, кстати, я прямо рядом с трассой. Да что, конечно, дикие извинения, но уж располагаю, поэтому место выбирать не приходится. Вот, да. Марса сейчас 88 миллионов километров. Это очень близко для, ну, в смысле, для стандарт. Их сейчас резкость попробую чуть-чуть изменить. Не надо было, ну ладно. Для стандартных расстояний от Земли до Марса. Так, и вон у нас еще, о, надо уже даже штатив переставлять. Венера. Еще одна красавица. Ну, Венера, я не переживал, что сниму самый яркий объект. Даже когда взойдет солнце, ее будет видно. Венера сейчас в элонгации 13-го, вернее, числа. Сегодня 11-е, а 13-го. Но опять же, все переживаю по поводу облачности, которая сейчас есть, но сейчас это в виде дымки из спорадических облаков. А на 13-е там нам натурально дожди обещают. 48 градусов угловых должно быть и наверняка будет. 13-го числа в элонгации Венеры, во время момента элонгации Венеры. Ну, чуть-чуть, конечно, засвечено, но на низких настройках светочувствительности не стал снимать, потому как совершенно тогда не будет понятно, насколько светло уже на улице. А это сейчас все-таки на экране объективная передача освещенности.
а до Венеры 108 миллионов километров. Что даже дальше, чем до Марса. Так, и Кирилл просил снять какой-то объект на максимальном увеличении. Вот, Кирилл, это... Я так понимаю, тебе для нужно для того, чтобы понять, какого уровня масштабирования здесь увеличение. Я сейчас нахожусь в Харькове на улице Гвардейцев Широнинцев. Мост рядом с Китлярчиным Яром. Это для тебя, для ориентира. И снимаю сейчас завод «Коммунар». Километров 6, по-моему, расстояние, но я так подробно тебе описываю местоположение именно для того, чтобы ты мог по Google картам, например, четко просчитать, если тебе, конечно, понадобится. До объекта съемки. Да, конечно, завод «Коммунар» к стандартным объектам со стандартными размерами не отнесешь. А что можно отнести? Телевышка, труба. А можно отнести пролет дома в 16-этажке, пролет этажа. А вот тебе, пожалуйста. Плохой еще свет, но уж, да еще и дымка это в любом случае, я думаю. Насколько работает этот зум, понять можно. Да что ж ты будешь делать, вверх залезает. Вот так. Как раз видно пролет этажа. То 25 крат оптическое увеличение и 4-кратное цифровое. Так, все у нас там. Марс уже спрятался, да? За облаками. Ну все надо делать вовремя. Успели снять. Их, а не вон он, вижу. Давай еще раз на Марс. Приходится из-за того, что в зените объекты съемки. На штативе выдвигаю дополнительный этот штырь, который, конечно, существенно добавляет колебаний. Thank you.
Ну, даже фазу Марса чуть-чуть видно, да. Видно, что слева возвращается Марс. Ладушки. Поехали, слетаем на Венеру и закончим посещением еще раз Луны. А там, глядишь, и на второй дубль хватит. Сейчас как раз там про Меркурий спрашивали. Но Меркурий в такую облачность. Он сейчас как раз встает над горизонтом, но видно облачность, да, то есть совершенно нереально. Что-то сейчас там снять на линии горизонта. Марс, теперь, ой, господи, Меркурий, Венера, красавица наша. Я полностью счастливый поеду на работу. Ну, у Венеры фаза вообще видна классно. Вчера, 10 числа, на этом же канале я снял, выложил. С низкими настройками светочувствительности снимал Венеру. Там, конечно, этот серп гораздо четче виден. Фаза Венеры гораздо четче верна. Ах ты ж моя! Феминистический получился сюжет сегодня. Два объекта женского рода, Луна и Венера. И всего один мужского, Марс. Ну хорошо, еще завод Коммунар. Так, пошли на линию терминатора. Обожаю любить изучить. Это я играю с разрешением. Да, не. Дико неудобно в таком положении наводиться на объект. Ну вот вам линия терминатора, яркая, четкая такая линия, приметная кратеров. Кратер с пиптиком. Ладушки, 11 августа 2020 год. Харьков, 5.11 по Киеву. Сейчас еще будут дубль делать мне. Так просто я отсюда не уйду. О, смотри-ка, какая краса. Мне надо себя заставить остановиться, а то это будет бесконечно продолжаться.